ByBrand – это главная франчайзинговая выставка страны. Где представлены самые топовые интересные франшизы. Здесь очень много людей из регионов. Здесь ты действительно общаешься с целевой аудиторией. Насколько уверенно выглядит мероприятие. Здесь вот все по делу. В общем, огонь просто. Последние 3 года у нас с каждой выставкой увеличивается количество региональных франчайзеров. Это на самом деле здорово. В этом году у нас 15 регионов представлено на выставке региональных концепций. Плюс региональные франчайзеры становятся сильнее и интереснее, и с удовольствием принимают участие в нашей как раз выставке для того, чтобы выходить в другие регионы. ByBrand, она, наверное, единственная такая, может собрать аудиторию из регионов. За первый день выставки нас посетило более 250 потенциальных партнеров. За второй день более 270. На самом деле аудитория классная, мы довольны. Из Кавказа были, из Москвы, из Питера, из Поволжья, из Дальнего Востока, с Хабаровска прямо с утра были. Калининград, Пермь, Иркутск, Нальчик, Владикавказ. Мне кажется, здесь просто можно изучать географию России. Очень радует, что от выставки к выставке все больше и больше идет профессиональных людей, которых интересуют конкретные вопросы. Капексы, роялти, паушальные взносы, экономика предприятия. То есть это действительно предприниматели, которые хотят начать свой бизнес и которые понимают, что бизнес по франшизе – это уже такая проторенная дорожка. У нас есть своя розничная сеть в Омске, то есть в бизнесе мы уже давно 18 лет. Мы хотим попробовать медицинское направление, и здесь нам нужен опытный наставник, который нам поможет, расскажет, проведет нас по всем каким-то этапам и поможет нам зарабатывать. У нас есть свой бизнес, но он сезонный, поэтому мы хотим диверсифицировать свои прибыли, и франшиза – это отличное готовое решение, куда можно вложиться и получать доход. Мы рассматриваем еще франшизу как один из направлений семейного бизнеса, поэтому я здесь в двух, наверное, таких ролях – как покупатель франшизы, ну и как будущий участник этой выставки. Для себя выбрал несколько вариантов. Я думаю, к концу мы определимся с тем, что мы хотим, и, скорее всего, будет какой-то контракт. Здесь общение с такими же владельцами, которые могут подсказать интересные моменты, которые ты реализуешь у себя. Не использовать этот момент, я считаю, это профессиональному предпринимателю непростительно. Я люблю ByBrand за то, что они ведут свою борьбу с псевдо-франчизами, да, и открываю всем глаза на то, какая должна быть успешная франчиза. То, что делает ByBrand, это неоценимая помощь и вклад в развитие франчайзинга. И если вы находитесь в поиске франшизы или думаете о том, вывести ли свой бизнес на уровень франшизы, вам нужно приехать именно на выставку ByBrand. Давайте строить бизнес вместе. Встречаемся на 20-й юбилейной выставке ByBrand в 2022 году.